Научную работу ученика политехнического лицея Мирного оценили на международной конференции. Проект по переработке руды с помощью искусственного интеллекта Арсений Мусорин разрабатывал полгода. Десятиклассник признается, участие во всероссийских и международных конференциях стало возможным благодаря профориентационной программе «Алроса Техномодуль». Выбрала эту тему, во-первых, из-за того, что мне ее предложил техномодуль «Алроса», именно молодые специалисты. Но в первую очередь, естественно, я сам был заинтересован в этом проекте и выбрал его, потому что хотел его изучить. В этом году профориентационная конференция прошла во второй раз. За учебный год юные мирненцы разработали 12 научных проектов по развитию месторождений, технологии разработки руды и обогрева помещений в Арктике. По программе «Техномодуль Алроса» подростки работают с научными руководителями. Они помогают разрабатывать и реализовывать проекты. Несмотря на то, что ребята школьники, то есть они делают такую работу, что ну прям рядом, наверное, не стоит с некоторыми, может быть, и даже студенческими работами. То есть они достаточно хорошую конкуренцию создают. И самое интересное в этом плане то, что эти ребята, это как раз-таки подрастающее поколение именно города Мирный, которые, надеюсь, с большей долей вероятности останутся здесь и будут продвигать нашу компанию. По итогам конференции первое место среди 5-8 классов занял Кирвин Надык. Среди старшеклассников лучшим стал Семен Мусорин.